Почти 40 килограммов сосисок и сарделек было съедено за 15 минут. На гастрономический рекорд пришлось пойти участникам челябинского турнира по поеданию колбасок. В этом году в битву гурмана вступили 30 человек. Кто вез золото, расскажет наш корреспондент. В помощь только кетчуп, горчица и зверский аппетит. Сначала участникам турнира в брудершафте пришлось съесть 20 маленьких колбасок. Затем управиться с метровым продуктом. На финал осталось самое сложное. Со всех тарелок участников за считанные минуты должны исчезнуть 20 килограммов кушанья. По истечении 3 минут первые и вторые участники приглашаются, призываются на помощь третьим участникам и начинают помогать есть. 10 команд, и в каждой всего по 3 любителя мяса. Однако даже с такой большой порцией участники, охранники, студенты и спортсмены справились. Мы немного подготовились, так поели плюс дружной компании в Брудершафте и, в принципе, неплохо подготовились. После половины времени прошедшего уже стало тяжело, но через силу и то, что друзья подключились, это помогало. Быстрее всех опустошили тарелки постоянные участники турнира команда «Алмаз». Баскетболисты увезли главные призы – 10 тысяч рублей от КРК «Мегаполис», кубок и золотые медали, часы, сертификат в спа-центр и другие ценные подарки от партнеров мероприятия. Мы наелись, мы наелись, играли. А это ощущение? Пока еще не поняли. Четвертый год мы участвуем, выигрывали первый раз. 3 года подряд второе место было. Несмотря на внушительное количество съеденного, любовь участников к колбасе меньше не стала. Предпочтение отдадут, скорее всего, продукции «Рамкор». Мясоперерабатывающая корпорация стала главным спонсором состязаний. «Рамкор» – это вкусные стандарты качества.